Певец приедет, столько людей не будет, да? Давай, слушай, давай я сейчас... Я с улицы, но у нас внизу почти читался. И так далее. Да, 400 человек. Ого. И 4 машины полиции уже приехали. Все, 4 камеры разбили. Давайте выйдем. Серьезно? Да. Операция «Выход». Да, мы согласны. Подождите, давайте на тротуар переходимся. Ребята, всем привет. Это Хостел. Сегодня проснулся. Встал аж в 11 часов. Сейчас нужно покушать. Такой вот общий холодильник. Что можно брать? Все вот что видишь, все можно брать. Опа. Тут будут у нас пирожки. Чай, каши. Good morning. Where you from? Argentina. Аргентина? Where you guys are from here? Yeah, all from here, I think. Russia. Russia. Yeah. Where? Elephant lovers. Туса на кухне. Blue. Mm-hmm. They call it blue city. Хочешь автограф Кати Клэп и мой? Досмотри видео до конца. Стоим, ждем, когда нас запустят. Вот тут собака бегает, проверяет на наркотики. Стали все убираться, встречает Катю Клэп. А это что, бутылка для храбрости? Нет, просто без каников. Девушка, а вы это на встречу пришли, да? Да. А вы блогер? Нет. Нет? Просто смотрю дома Катю. А то есть вы в основном одни девушки, я думал, может, бьюти-блогеры? Я тут тоже с кем-то познакомился, я сам путешествую, снимаю видео. Давай. Для своего канала. Говорю, Катя тут будет Клэп. Они говорят, как так? Хорошо. Не верят. Я, говорит, все брошу, если можно с ней увидеться. Там, она говорит, я и на работу не пойду. Гетер Дэй и Ту. Че вы делаете? Фоткаемся. Смотрите, ребят, такие ништяки от Ютуба тут. Сделали фотографии, еще и на почту отправили. Красивые девушки вон. Новую камеру еще не видел, живую. Я сам только впервые сегодня. Там на улице еще много людей было. Катя. Катя Клэп. Веселые пятницы. Буковый пятниц. Сплатные ништяки. Это всегда хорошо. Здесь много яблок. Всем хватит. Можно кофе? Спасибо. Сколько подарков много. Мне один уже подарили. Я посмотрел, там очки. Наклейка. Всем очень интересно, потому что ты такая просто вот звезда на платформе. И всем очень интересно. А как ты строишь свой день? Мне кажется, у меня творческий процесс вообще по жизни, потому что ничего невозможно регулировать, потому что нужно и менеджерить самостоятельные дела, и проверять контракты. То есть как бы все постоянно смешано с творчеством, потому что нужно это и работа одновременно, вроде бы самореализация, самовыражение, поэтому очень здесь сложно. Если утром мне названивают смс, у меня порой бывают сдвиги, я не умею обрабатывать информацию, то есть я просто закрываюсь, выключаю все телефоны и начинаю сидеть просто вот так клубочком шататься, думать о чем-то приятном. Ну, наверное, в любом творчестве это самое главное, чтобы было время, деньги, количество подписчиков, это все влияет на самооценку. Ну, мне кажется, это не успех. Успех – это самореализация. Я себя нашла уже изначально, когда я поняла, что мне нравится это дело. Я же не могу ходить в метро и там типа «Эй, на-на-на-на-на-на». Я так пыталась 15 лет, и все, что мы слышали с подругой вслед от бабушки в метро, что мы дебилы.
Конечно, я никогда не буду никого агитировать, никакие политические вещи, не говорить про религии никогда, потому что у каждого человека есть свое мнение. Говорить там, люблю я есть мясо или нет, это такое как бы, ну да, есть люди, которые будут с пеной у рта доказывать, что вегетарианство это просто супер. Я через это проходила, но я ни разу в своей жизни никому не говорила, типа, жри только салат. Конечно, у меня были моменты, когда я сидела, начала есть мясо, и через 5 лет я такая, так, надо снять видео, чтобы все ели мясо. Но нет, Катя, этого нельзя делать, у кого-то есть религия, они не могут есть свинину. То есть, как бы, есть вещи, которыми хочется поделиться, но я знаю, что нельзя. И нельзя кому-то что-то заставлять делать. Есть... Катя, привет. Давай я сейчас... А сколько стоит? 25. Доставка за 7 дней дошло. До дома. Я просто сам с Казахстана, у нас это вообще проблема найти. А мне надо видео стабилизировать. Я говорю, стабилизирую видео. Вообще классно что-то. Верни еще раз. О, парень. Дорогие друзья, не говорили, Маларина похож? Говорили. Но да? очень-очень-очень да. Важное. Я с улицы. У нас внизу почти 400 человек, которые ждут встречи с Катей. Большая-большая просьба. Те, кто уже сфотографировался. И так далее. Это люди с улицы, да? Нет, это авторы сейчас, которые с мероприятия были. Нет, с улицы сейчас заходят или нет? По-моему, пока еще не пускают, ограниченное количество. Пока с улицы все ждут. Там же их много на улице. Да, 400 человек. Ого. И 4 машины полиции уже приехали. Вот это дела. Потихоньку будут запускать сюда, да? Да. Подписчицы Кати. У меня тоже есть канал. Тоже есть? А ты про что ведешь? Ну, практически как Катя, только без бьючем. О, молодец. У меня намного меньше подписчиков, чем у Кати. А вы пришли с Катей сфотографироваться и увидеть живую? Да. Это на моем канале будет. О, а вы там записаны? Гайдук Роман. Я на вас подпишусь. Плюс один подписчик, а может два. Девушка, что там на улице? Много людей? Очень. Да? Как бы нас и не пускали, не выпускали. Типа, там только если вы Бэтмен и можете пролететь. До свидания. Мы еле зашли. Серьезно? Да, что, посмотрим, что там на улице творится. Операция «Выход». Да, мы согласны. Там у людей просто море. Вышли направо. Серьезно? По стеночке, пацаны, вот здесь, по стеночке. По стенке идем. Катя приехала. Да. А где Катя, там людей очень много. Катя Клэп. Веселые пятницы. Ука-ука. Чики-пау-пау. Вы ее не смотрите? Нет. А видите, как народ ее любит. Так я уж тут двоих вытащил уже совсем. Плохо девчонкам и лезут в середку. Певец приедет, сколько людей не будет, да? Парни идут, не попадут туда.
Девочка, вы еще не попали туда? Нет. Найди себе работу, Катя. А вы что тут не попадете? Вы что тут не попадете? Или вы для безопасности встали? Ой, это как Спарта. Спарта, вперед. Девочки, с Богом. Это преданные фанаты. Без 3 часов стоит, что ли? Да, она, да. И не дошла. А что, не пускали или что? Там просто очередь была, и там с 5 начинается. А что, так ноги оттоптали? А что, вы с очереди ушли? Да. А что, там тяжело? Вообще капец. А где Катя опубликовала, что это? Столько людей много. В Твиттере. В Твиттере? В ВКонтакте. Девушка, что вы делаете? Я на Галилею ищем. Потеряли? Да. Мы уже, знаете, мы вот так вот черные нашли. Представляете? Зашли уже? Нет. Такие радостные были? Нет, конечно. Мы радостные были за то, что мы вышли на Галилею. А, вот как. С Галкиным? А что вы помните? Как-то можете что-то сказать? Ну, а что можно сказать? Он рос маленький еще был. Я уж на 15, наверное, я его старше был. Просто в одном доме жили. А фотографии у вас есть? Ну, раньше что, какие фотографии? А, ну да. Ну, черно-белышки-то делали, нет? Ну, делал, я сам фотографировал, но с ним нет. Полиция стоит и просто офигевает. Что тут творится? Суть этой книги в том, что вот кто ее прочитает, тот поймет, почему этот персонаж так любим миллионами. Он тут просто вот все собрано. Да. То есть вся его мифология в одном рассказе. То есть весь его характер, персонаж это. У вас даже футболка Супермен. Да. Ну это мой любимый герой. Я вот ее даже вот нарисовал, вырезал. Правда, закрасить красного не нашлось, но вот написал цитаты из фильма. Это я для Кейт Клэп. Но, видимо, не судьба. Вот так вот, сколько тут людей, поклонников, подписчиков. Приходят с подарками, а зайти не могут. Вот тут что творится. Автомат, УЗИ, пистолет, баллончик. Даже не давайте на протвал переходимся. Операция перехватчик. А вы же как-то называли себя? Мы ЕТВ. ЕТВ? Да, ЕТВ, студенческий городок. Вот, ЕТВ тут тоже снимают. Я ее хватаю. Все, уже 6 часов. Катя уехала. Все, ребят, день прошел сегодня просто отлично. Я безумно счастлив, я безумно рад. Мне эмоции, чувства переполняют. А это мое, так сказать, пристанище в Екатеринбурге, где я буду проживать. Вот мой домик. Тут я заряжаю аппаратуру, планшет, мой тройник верный. Так это закрывается, полотенце. И вот это опускаю. Все. Меня там не видно. Ребята, специально для поклонников и фанатов Кати Клэп разыграем ее автограф с моим бейджиком и автографом. Для участия в конкурсе нужно быть подписчиком моего канала, поделиться этим видео ВКонтакте, поставить лайк и оставить любой комментарий под видео на YouTube. Чтобы все успели, разыграем 3 мая. Также скоро будет розыгрыш различных ништяков с Таиланда. Кто хочет принять участие, принимайте. Всем желаю удачи!